Самое главное, что ты не на передке, не там, где сейчас. Это... Нет, нас же отпустили, вот кто увольняется, уже пришли, заменили нас. Да. Заменили, да. Ну вот, вот это хорошо. Да, молодым вообще ни одежды, ни спальников, ничего, блядь. Ты представляешь, вот это, которые приехали? Да, да. Новобранцы, блядь. Как они, наверное, сейчас в ахуе. Да, да, да. Они сейчас ищут, отбирают грязные вещи, кто взял старые, блядь, стирает, одевает вот такие, блядь. Ну, как бомжи, нахуй. Ну, понятно. Оружие хоть дали им? Ну, автомат дали, вот у них 76-го года, у них 78-го года, вот такие автоматы. Одни кривые стреляют, вот у меня более-менее попал, некоторых вообще, блядь, куда-то... Серьезно, оружие не дает, а передок кидает. Танк так можно, блядь, гранат и, блядь, автоматом танк можно, блядь, ебашить. Да никак, никак, братан. А что, братан, у батальона взвод противотанков нету туров? Вообще нету, только танки стоят чуть подальше, танки стоят и все. Они координаты дают, они туда не попадают даже, где танки хохлятские стоят.